Россия, пространство и время. Из тени широких небес всех русских великое племя выходит на солнечный блеск. Народ, трудами твоими цветет благодатная земля, и нежное русское имя мне шепчут родные поля. В нас, в каждом, частица есть дедов, что веру свою берегли, и светлое знамя победы до нашего дня пронесли. Россия, пространство и время, стажары бескрайних полей, ты в небе распаханном лемех летящих на юг журавлей. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады вас приветствовать на нашем вечере русской песни, посвященной 70-летию Великой Победы. Мы все знакомы с песнями, которые были написаны после войны. Они на слуху. Но ведь были песни, которые исполнялись во время войны или были известны еще до нее. Сегодня часть этих музыкальных подарков, которые вы услышите, это именно такие старые песни. И что особенно важно, многие из них именно народные. У них нет одного автора, а автор именно народ. Они творились, шлифовались, их исполняли и на фронтах, и когда отдыхали на привале. Поэтому мы, думаю, мы познакомимся с ними и оценим, насколько наши фольклористы очень многие их знают. Мы приглашаем на эту сцену ребят из города Подольска, ДК «Октябрь». Мы приглашаем Андрея Бутузова с песней, которой название знакомо не одному уже поколению. Это песня «Смуглянка». Отметим, что эта песня композитора Новикова появилась еще за год до войны и стала особенно популярной в 1945 году. Пощады бит такой, кто-то зеленый такой.
мы вновь приглашаем на сцену молодежь города Подольска, ребят, чье сердце действительно открыто мудрым человеческим ценностям. На сцене коллектив Дома культуры «Октябрь» Анастасия Лобанова, Евгения Хасанова с песней «Солдатам Великой Отечественной». Сложнейшая преграда, и немец откатил назад, вздохнул передовой отряд. И где-то на лесной полянке тихонько кто-то на дальянке играет, и примолк лесок, знакомый с юности вальсок. На сцене встречаем вокальный народный коллектив Российской академии музыки имени Гнесиных. Yeah!
через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. На памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните, песню спою свою, отправляя в полет, помните, о тех, кто уже никогда не споет, помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили, детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните, встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. А мы продолжаем слушать песни, ведь с песней и жить веселей, с песней сердце страдает. Мы поем о войне, о нелегкой судьбе, и гармонь вместе с нами вздыхает. Yeah.
приглашаем к микрофону Екатерину Бурдаеву, которая прочитает поэтическую композицию «9 мая». А говорят-то, что народ-то наш, да и все мы, родом из деревни. А давай-ка мы в деревню-ка и отправимся. Там ведь есть люди, которые помнят песни и дедов своих, и отцов своих. На сцене ансамбль семьи Козловых под руководством Валентины Васильевны Козловой, лауреата всероссийских конкурсов народного вокала, участница ансамбля Дмитрия Покровского. Yeah!
которую мне так в древнем детстве пел еще дедушка. Дедушка, дядя, отец, ну, как мои родственники. Это, они жили тогда на Азовском море, столица Курск-на-Дону. И жили они, когда гражданская война была. И он рассказывал, то есть у меня память осталась, что это настолько страшно, когда война, настолько страшно, когда гражданская война. Когда вот местечко переходит от красных, белых, от белых к красным, они родственники, они воюют, и это очень страшно. И вот по поводу вот этих событий была и, ну, как бы, создана эта песня. Солдаты вспоминали своих близких, родных и любимых. Есть воспоминания, что с гармонью ходили в атаку. Это единственный инструмент, который был широко распространен на фронте. Его брали даже на передовой, где играть и вообще издавать какие-либо звуки было опасно. На сцене Илья Хамеев. Разкинулся берег, живу я в тебя, когда мой
Не могли люди воевать без веселья, без радости, без веселой пляски, без воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Игоря Николаевича Николаева. Я когда на корабль пришел, боцман спросил: «Чечевку бацаешь?» «Нет, говорю, не бацаю». «Ну смотри, кто с корабля спишет». Это в то время такая болезнь была на флоте. Собирались по 2-3 человека в кубрике и занимались, несмотря на то, что война была. Если ты моряк, значит должен чечетку бацать, танцевать. Если ты чечетку не танцуешь, значит ты только наполовину моряк. А если ты танцуешь и хорошо, значит ты вдвойне моряк. Поднимай немчура и быстрее.
От бескрайних степей украинских до сибирских лесов и болот поднимался народ богатырский, наш великий, отважный народ. Выходил он свободный и правый, отвечая войной на войну, постоять за родную державу, за могучую нашу страну. Дорогие гости, мы рады были видеть вас сегодня на нашем вечере русской песни. Сейчас прозвучит песня, написанная еще в далеком 38-м, которая увлекла за собой солдат времени войны и сейчас известна практически каждому, сидящему в этом зале. Катюша! Поем! Концерт. Аполлинария Ливанская и Алексей Столяров. Ура! Молодцы!